Всем привет, вы на канале Love Shopping, меня зовут Вероника, и сегодня мы смотрим обзор из магазина Fix Price, который находится по адресу город Лида, улица Советская, 23В. Посмотрим, что нового и интересного есть на полочках этого магазина. Конечно же, оставляйте ваши комментарии, если что-то покупали и пробовали. Ну а я всем желаю приятного просмотра. Конфетница с крышкой, объем 520 мл, изготовлена из стекла. Красиво переливается разными цветами. Стекло довольно толстое. Будет красиво подать в такое печенье, конфеты, сухофрукты или другие угощения. Производитель Китай. Цена 7 рублей. Миска из нержавеющей стали, объемом 2,2 литра. Снаружи матовая. Внутри глянцевая. Производитель O-Kitchen Китай, цена 6 рублей. Салатник из опалового стекла, объемом 1,8 литра. Производитель Китай, тот же O-Kitchen, цена 6 рублей. Чашка объемом 300 мл, внутри и снаружи покрашена в один цвет. Материал фаянс, производитель тот же, несколько расцветок на выбор, цена 2 рубля 50 копеек. Набор форм для выпечки из силикона, в упаковке 6 штук, можно использовать в микроволновке, духовке и морозильной камере, можно выпекать без масла. Цена 2 рубля за набор, производитель тот же, O-Kitchen, Китай, и есть другие варианты дизайна. С елкой и Дедом Морозом. Весы хозяйственные, до 10 кг. С таким интересным дизайном в форме рыбки. Состав пластик и нержавеющая сталь. Производитель Китай. Несколько расцветок на выбор. Цена 2,50. Снова появились таймеры для варки яиц. В смятку, в мешочек и вкрутую. Инструкция по использованию есть на упаковке. Материал ненасыщенная полиэфирная смола. Производитель Китай, цена 2 рубля. Также несколько расцветок на выбор. Форма для выпечки вафель из силикона, размером 25,5 на 18 см. Одновременно можно приготовить 6 круглых вафель. На обороте даже есть рецепт. Производитель Китай, цена 4 рубля. Также есть несколько расцветок на выбор. Небольшая корзина размером 22,5 на 16,5 на 11 см. По бокам есть ручки, производитель Китай. Материал полипропилен, нет отметки о том, что подходит для пищевых продуктов. Цена 2 рубля. Шоколадная фигурка с Дедом Морозом от Милка. 90 грамм по цене 4 рубля. Производитель Германия. Горячий шоколад Mac Chocolate. 10 пакетиков по 20 грамм. Цена 2 рубля. Производитель Россия. С ароматом миндаля. Сушеная манго появилась. За 70 грамм цена 2 рубля 50 копеек. Производитель Вьетнам. Я купила, мне очень понравилось, вкусное. От этого производителя есть также сушеные бананы 70 грамм за 1 рубль. И банановые чипсы 145 грамм за 2 рубля. Масло подсолнечное, рафинированное, щедрое лето. За 900 мл цена 4 рубля. Производитель Россия. Мельничка с черным перцем, а также букет перцев. Черный перец 33 грамма. Цена 2 рубля. Производитель Россия. Букет перцев. Цена 2 рубля за 40 грамм. Показываю состав. Там есть соль. Набор ковриков для ванной. Большой размером 40 на 60 сантиметров. Маленький 38 на 45 сантиметров. Снизу есть антискользящие вставки. Производитель Китай. Состав полиэстер, ПВХ и поролон. Цена 7 рублей за набор. И есть также другие расцветки.
И еще один вариант с кораллами и водорослями. Шапка детская с мордочкой медвежонка. Подойдет на обхват головы 52-54 сантиметра. Материал похож на искусственную замшу. Снизу такая вот застежка. На бирке указано, что подойдет на возраст 4-6 лет. Материал 100% полиэстер. Производитель Китай. И есть другие расцветки. Черная, бежевая, розовая, серая. Цена 7 рублей. И женские шапки по такой же цене 7 рублей. Внутри они с искусственным мехом, с помпоном. Материал акрил и полиэстер, производитель Китай. На выбор есть много расцветок. Женские варежки, украшенные стразами. Правда, думаю, что они будут отваливаться. Внутри меха нет, но материал толстый. Должны быть теплыми. Производитель Китай. Состав длинный, полностью искусственный, за исключением 1% шерсти. Есть несколько расцветок. Также отличается дизайн, выполненный из страз. Нашла еще вот такие варианты. Цена 4 рубля. Носки женские, размер универсальный, от 36 по 39. Производитель Китай. Материал акрил и полиэстер. Цена 7 рублей. Есть несколько вариантов расцветок. Яркие и более приглушенные. Игрушка «Резвая машинка». Стартовой площадкой является фигура в виде головы динозавра, с помощью которой можно запустить машинку вперед. Инструкция по использованию есть на обороте. Цена 4 рубля. Производитель Китай. Несколько расцветок на выбор. Точилка механическая, с контейнером для стружки и антискользящим покрытием. Подходит для карандашей стандартного диаметра. Два режима заточки, острый и плоский. Цена 7 рублей. Производитель Китай. Хлопушка. В упаковке 3 штуки. На обороте есть способ использования, можно использовать детям от 10 лет. Цена 2 рубля 50 копеек. Россия. Свеча настольный фонтан. В упаковке 4 штуки. Высота до 50 сантиметров. Время горения до 40 секунд. Способ использования указан на обороте. Производитель Китай. Цена 6 рублей. Свеча бенгальская, экстра, в упаковке 6 штук, производитель Россия, цена 1 рубль, длина 17 сантиметров. Расческа для волос, с таким золотым покрытием с блестками, размер 22,5 на 7 сантиметров, цена 6 рублей, производитель Китай. И еще одна расческа за 6 рублей с таким интересным дизайном. Двойные стенки, внутри которых блестки. Длина 18 сантиметров. Производитель Китай. И еще несколько вариантов дизайна. Кусачки для ногтей. С брелком, длина 9 сантиметров, производитель Китай, материал сталь и цинковый сплав. И есть другие варианты дизайна. Цена 4 рубля. Блок для йоги, обеспечивает надежную опору для правильного и комфортного выполнения упражнений. Размер 22,5 на 14,5 на 7,5 сантиметров. Материал Эва, имеет закругленные края. Цена 7 рублей. Производитель Китай. Две расцветки на выбор. Глиттер для лица и тела. Цена 3 рубля за 1,3 грамма. Производитель Китай. Способ использования есть на упаковке. И несколько расцветок на выбор.
Крем-гель для душа Dove, восстанавливающий, не содержит сульфатов, 225 грамм по цене 4 рубля, производитель Россия. Гель для душа Palmolive с ароматом малиновое варенье, 250 грамм по цене 4 рубля, производитель Россия. Профессиональный бальзам для волос Beauty Studio, 470 мл за 2 рубля 50 копеек, производитель Россия. Есть несколько вариантов, этот с протеином, также с коллагеном. И с кератином. В пару к бальзаму также от этого производителя можно приобрести и шампунь за 500 мл, 2 рубля 50 копеек цена. Те же самые варианты с протеином, коллагеном и с кератином. Сумка из искусственной кожи, полный состав полиуретан, полиэстер, нейлон и сталь, размер 20 на 12 на 5 сантиметров, на замочке одно отделение, внутри есть длинный ремешок 115 сантиметров, производитель Китай. Цена 7 рублей. И есть другие варианты расцветки. И еще одна сумка из искусственной кожи, размером чуть побольше, также с длинным ремешком, прямоугольная форма. Внутри одно отделение на подкладке и кармашки для мелочей. Производитель Китай, состав тот же. Цена 7 рублей и несколько расцветок на выбор. Гель для умывания New Me, 2 рубля 50 копеек за 320 мл. Есть глубокое увлажнение, производитель Россия. Следующий вариант деликатное очищение и мягкая свежесть. Дезодорант Lady Speed Stick в спрее, 122 мл по цене 4 рубля, производитель Россия. Не содержит спирта. Шампунь для пяти Марселье, 250 мл за 4 рубля. Укрепление и сила, подходит для нормальных волос. Производитель Италия. С ароматом яблока и оливы. Крем для лица ночной и дневной, Алтай Косметикс, 75 мл за 2 рубля 50 копеек. От морщин. Органическое масло облепихи. Ночной крем содержит гиалуроновую кислоту, дневной с коллагеном и SPF 15. Зубная паста, лесной бальзам, защита от кариеса, 113 грамм по цене 2 рубля, производитель Россия. Зубная паста, лесной бальзам, эксперт уход. При воспалении и кровоточивости десен, 75 грамм за 2 рубля, производитель Россия. Наушники с микрофоном, шнур длиной 115 сантиметров, стереоразъем 3,5 миллиметра, производитель Китай, цена 4 рубля. Есть несколько расцветок футляра, розовый, салатовый, белый и голубой. Две колонки по цене 7 рублей, стереоразъем 3,5 мм, USB кабели длиной 65 сантиметров. Показываю характеристики, кому интересно, можно нажать на паузу и почитать. Есть несколько вариантов расцветки окантовки, какой попадется вам, указано на упаковке галочкой. Это были все товары из магазина Fix Price, которые я хотела вам показать. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать здоровья и прекрасного настроения. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!